Всем большой привет! Хочу вам сегодня показать очень вкусную закуску из помидор. Называется «Маринованные помидорки за 10 минут». Готовится очень быстро, но получается очень вкусно, необычно. Иногда просто надоедают свежие какие-то овощи, салаты, приедаются. А вот эта закуска будет очень оригинально смотреться как и на праздничном столе, так и с удовольствием вы ее будете кушать в повседневной жизни. Итак, для ее приготовления нам понадобятся сами помидоры. Ну, я взяла 2 штучки. Вы можете брать сколько вам надо на ваше количество. Но на мое количество я беру, значит, 2 помидора, немного перца, пол чайной ложки сахара, немного соли. Лучше соль морскую, потому что она крупнее. Подсолнечное или оливковое масло, уксус, горчица, чесночок и укропчик. Так, начинаем приготовление с того, что моем и режем на кружочки наши помидоры. Так, мы порезали наши помидорки вот такими вот кружочками. Дальше 2-3 зубчика чесночка мы пропустили через пресс. Я в данном случае натерла, можно через чеснокодавку. Так, и подготавливаем укропчик. Укропчик тоже по вкусу, сколько захотите. Небольшой такой пучочек нарезаем. Ну все, у нас ингредиенты подготовлены. Теперь делаем маринад. Так, для маринада нам понадобится, значит, вот эта вот зелень, чесночок с укропчиком мы добавляем в мисочку. Так. Дальше мы туда добавляем 2 чайных ложки подсолнечного масла. Так, перемешиваем. Дальше идет уксус, желательно яблочный, 1 чайная ложка. Все. Так, дальше у нас идет перец. Перец по вкусу. Так, перемешали немножко. Так, дальше у нас идет горчица. Горчицы пол чайной ложки. Вот столько. Все. Перемешиваем. Так, дальше у нас идет соль. Пол чайной ложки. Вот столько. И столько же сахара. Ну вот и все. Наш маринад готов. Так, и теперь полученным маринадом смазываем каждый кружочек наших с вами помидорок. Хорошо еще раз перемешиваем. Промазываем. Сверху ложим как шубкой. Вот такие вот помидорки у нас получились. Значит, количество ингредиентов для маринада хватит буквально на 2-3 помидорка. Потом, иначе дозу придется увеличивать наших с вами продуктов. Так что имейте это в виду.
Так что вот такие вот помидорки у нас получились. Отправляем их минимум на полчаса в холодильник, можно чуть больше. И вкуснейшая оригинальная закуска у вас уже на столе. Всем приятного аппетита и всем пока-пока!